по сегодняшней игре могу сказать, что у команды Сарова ребята более мастеровитые. Они побыстрее наших ребят. Я знаю, что они много тренируются, много готовятся. Мне эта игра очень понравилась. Понравилась у нашей команды, прежде всего, задор, молодость и движение, и отсутствие мастерства. Я считаю, что Саров закономерно у нас выиграл. Ну и то, что я говорил, что они явные лидеры в игре с нами, это так и случилось. Я считаю, что они выиграют нашу первую лигу. Я считаю, что по подбору игроков им как минимум надо быть в призерах высшей лиги.